Привет всем. Привет всем, кто вчера хорошо погулял и заснул лицом в салате. Привет всем, кто вчера хорошо погулял и сегодня ему на работу. С утреца. И привет всем, кто спокойненько вчера погулял и все прошло отлично. А вот мы из тех, кто сейчас идет на работу. Да. А гуляли мы вчера вот так. Смотрите наше видео. Привет. Всем привет. Наш день начинается с того, что мы уезжаем с дома. У нас всего лишь на один день, потому что сегодня Новый год. И мы хотим встретить его с семьей. Вот мы едем домой к моей маме. А дедушки все объяснили, сказали, что мы завтра утром приедем. Он расплакался, когда мы ушли. Да он кривлялся. Нет, у него слезка пошла. Ты же серьезно? Серьезно. Сегодняшний выпуск будет новогодний. Будем снимать, как празднуют Новый год испанцы в Испании. Вот так празднуют. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Each day we're together. Пропадает, так что чувствую, что в новом году я буду без голоса. Что мы уже с мамой нарезали салатов. В общем, миллион. Короче, да, мы уже приготовились. Уже скоро будем садиться за стол. И самое классное, мы скоро будем распаковывать подарочки. Я не так хочу увидеть свой подарок, как хочу, чтобы родители увидели подарок, который мы им подарим. Посмотрим, как испанцы празднуют Новый год, потому что нам местные, с кем мы из местных не общались, нам рассказывали, что они так хладнокровно относятся к этому празднику. В основном они Рождество празднуют, а Новый год просто как фиеста очередная, то есть ничем не выделяющаяся. Главное, площади, там будут все собираться. Накладываем буренько-буренько салаты, и вон мама еще говорит, кальмары жарить. И вообще, все. И вообще спешу. Пятиминутная готовность. И мясо, и сок. У нас очень много еды. Просто посмотрите на это. Это наш стол. У нас такая шуба. Это я придумала этих ящериц, да. И у нас еще петух. Да. Мы сейчас будем уже кушать. У нас да, такой наш шикарный стол. Это мама постаралась, и Катя. Да. Да, мы все немножко постарались, и получился такой классный у нас стол. Все, всех с наступающим, встретимся через пару секунд. Встретимся в новом году. Thank you.
спасибо вам огромное. Спасибо, да. Земляки, вам привет. Да. Нам будет тепленько у да. Так, ничего будем себе. Будем вас вспоминать. Волк зайц, волк зайц. Скажем, что носочки очень теплые. Да. Спасибо большое, родители. Идем на елку. Да, сейчас 11:35. Да. Расскажи вот. Ты, какие здесь традиции. Да, здесь такая традиция. Вот у нас виноград, тут 12 виноградинок. Как только бьют куранты, они бьют 12 раз. И я чуть не потеряла виноградинку. И с каждым курантом нужно съесть одну виноградинку и загадать в конце желание. Или, а, нет, с каждой виноградинкой желание. Представляете, это каждую секунду нужно по виноградинке есть. Это сложно, но мы попробуем. Да. Like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you. And how I'm just nearby. I know what I gotta do. I must give it a try. So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town? It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. We can take a shortcut through the park. Walk real close, holding. У меня посажен голос. Могу разговаривать, потому что я пела и кричала. И танцевала. Да. Мы будем ложиться спать, потому что мы очень устали. Поэтому... И сразу извините, Влох выйдет позже.
Ну, я думаю, вам всем все равно, потому что никто рано не встанет сегодня. Да, 1 января. Всем пока. Еще раз всех с Новым годом. Всем счастья, всем, любви, да, позитива, да, добра и кучу прикольных и веселых вещей в вашей жизни. И хорошего дня, и не чувствуйте себя плохо. Чувствуйте, да, себя хорошо. Пока. Всем пока. So won't you come out with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town? It's a lovely